Будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. Я прошу меня извинить за простоту выражений. Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, в попытках разморозить эти средства. Оскорбительный, на мой взгляд, для нашей страны, для нашего народа совета поменять конституцию. Мозги им надо поменять, а не конституцию нашу. Мозги. Я хоть и не очень хорошо, может быть, учился в университете, потому что пиво много пил в свободное время. Но все-таки кое-что помню еще с этого. Понимаете? Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они. Может быть, так. Хрена с два. Удар нанесли, а потом начали всех подтягивать. И говорят, кто не с нами, тот против нас. Пропадает всякое желание нас принимать. Нахрена им нас принимать, если мы и так все исполняем? Зорно. Понимаете, стыдоба какая-то. Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче в цене, не равен час. Ну, вы меня понимаете. Прислали подглядывать, они подслушивают. Некрасиво. В шутку спрашивали и отвечали, чем ЦК, ну, видимо, вот отличается от ЧК. ЦК цыкает, а ЧК чикает. Я вообще не понимаю, чем вы будете топить? Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете, дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. У вас же и дров-то же нет. Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. Но я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом, бить себя веригами и доказывать всем, что мы хорошие. Пусть жену свою учат щи варить. У нас ведь еще с советских времен говорили, хотите там закопать человека, назначьте его на сельское хозяйство. Умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? Не клялся на крови. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Что можно сказать, я уже говорил о музыке Чайковского, человек без прописки. Музыку люблю популярную классическую музыку. Все выговорили из носа. И размазывали по своим бумажкам. Как у нас в некоторых местах говорили, шило в стенку и на боковую залечь. Каждый должен мотыжить, как святой Франциск, свой участок. Бум-бум. Ежедневно. За Путина голосует быдло. Ну, вообще-то неприлично. Мне так кажется. Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. А вы обидели. Я два слова только сказал, вы уже обиделись. Я не обидел. Ну, прекратите. А я не шучу.